Здравствуйте. Здравствуйте. Бутылку коньяка и что-нибудь закусить. Хорошо. Объясни мне, что содержится в этих документах? Что это? Сделка на 10 миллионов евро. Какая сделка? 5 кредитов, в среднем по 2 миллиона. Ты выдала их 5 фирмам в последний рабочий день. Нет, этого не может быть. В этот день я в банке уже не работала. Все члены кредитного комитета подтвердили, что ты была в тот день на собрании и продавила положительное решение по этим фирмам. Вера, этих фирм нету. Куда ты перевела деньги? 10 миллионов евро – это очень много для выходного пособия. Подпись похожа, но не моя. Подпись можно подделать. Но объясни мне, как можно подделать человека? Очень многие видели тебя в банке в тот день, хотя ты говоришь, что тебя там не было. А вот снимки с камер видеонаблюдения. Вера! А коньяк? Вера! Долго еще? Долго? А, не быстро. С газом шутки плохи. Короче, я наверх пошел. Как закончите, в комнату к нам подойдете. А, добро. По шапке-то не дадут? Не переживай. Шапка у нас крепкая. Трудитесь, а я пойду прогуляюсь. Ну-ну. Может, свалим? Куда мы сейчас валим? Счетчик распаковывай. Смотри! Что случилось? Куда? Тварь. Вот тварь. Тихо, не дергайся. Мы не договорили. Не трогай меня сейчас. Вера, скажи правду. Ты же понимаешь, прокуратура дело не ограничится. Если ты вернешь деньги, мы все забудем. Да нет у меня этих денег. Нету. Черт возьми, ты не оставляешь мне выбора. Ты можешь определить, где на этой фотографии я, а где моя сестра Лена? Справа. Я слева. В тот день в банке была Лена. Я только сейчас это поняла. Ты маме-то звонила? Лена уговорила меня заехать. Хотела помириться после очередной ссоры. Звонила. Все как обычно. Принимай лекарства, одевайся теплее, если что, сразу звони Вере. Какой-то странный вкус у кофе, нет? Новый рецепт.
корица с чесноком. А дальше я почти ничего не помню. Я пыталась ее найти, но безуспешно. Удалось только выяснить, что в ночном клубе она познакомилась с неким банкиром. Честно говоря, поначалу я думала, что это был ты. Служба безопасности показала мне фото этого парня. Я его узнал, он следил за мной. Я думал, что его наняла моя Оля. Это Кирилл. Он помогал мне искать Лену. Быстро вы нашли с ним общий язык. Моя личная жизнь тебя не касается. Меня касается пропажа 10 миллионов евро из моего банка. И все улики указывают на тебя и твоих подельников, среди которых этот Кирилл, а теперь еще твоя сестра. Значит так. Нужно во всем этом разобраться. Я должна поговорить с теми, кто готовил договора. Перепелкин и Шахнович. И по странному стечению обстоятельств они не работают в банке. Перепелкина в декрете, а Дима Шахнович уволился. Вера, у тебя очень мало времени. В банке идет аудиторская проверка. Главные акционеры заподозрили неладные. Я из-за тебя могу потерять все. Репутацию, работу, деньги. И кое-что поважнее этого. Колоться будем? Или всех накажем, а потом ментовку сдадим? Не, завязывайте, ребят, завязывайте. Мы вообще тут не при делах. Кто сюда вас послал? Какой счетчик вы хотели менять? Ты чего в доме высматривал? А что случилось-то? Там запах газа пошел, я пошел проверить. А ваша же безопасность беспокоит. Хорош, слышь. Эй, ребят, ну зачем же так? Что ты делаешь? Ну, может, хватит, а? Это он все. Бабки заплатил. Просил, чтобы подыграли. А мы вообще не в курсе. Обычные газовики. Он пошутил. Веселый человек. Пошутил ведь, да? Да уж какие тут шутки. Ух ты! Выводи этих, пусть валит и забудут, что здесь были. На выход. А я пока с этим потолкую. Что происходит? Антон Сергеевич, Мосгаз приехал. Сказали, замена счетчика. Мы их запустили. А потом засекли, что это только прикрытие. Пока двое ковырялись со счетчиком, третий проник в жилое помещение. За вами подглядывал. Где он? Внизу. Проводи. Какие люди? Хороший улов. А где остальные? Да эти газовщики обычные работяги, он им денег заплатил. Глаз с него не спускайте.
Что там случилось? Мосгаз счетчики меняет. Охрана переполошилась. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Все будет хорошо. Ты говорил, что мы уедем через 2 недели за границу. Прошло уже больше месяца, а за окном все та же серость. Я же тебе объяснял. Все идет так, как надо. Мне надоело слышать одно и то же. Прикасайся ко мне. Угроза выкидыша. Готовим укол. Из вас. Кто? Привет. 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 Ну где тебя носит? Тебя человек ждет. А что случилось? Привет. Где ты ходишь? Тебя найти невозможно. А, у меня телефон сломался. Только купила. Отойдем. Привет. Привет. Ну? Вот телефон, адрес. Езжай немедленно. Зачем? Шахнович и Перепелкина явились ко мне сегодня ни свет ни заря. Перепуганные глазки бегают, сказали, что нужно срочно с тобой поговорить. Я могу тебя только до метро подбросить. Я сама. Ну смотри, позвони мне вечером. Угу. Да. Можно? А, Вер, да, заходи, садись. А что случилось? Что у тебя такой вид озабоченный? Неважно, себя чувствую. Нужно поговорить. Говори. Мне нужен отпуск. Отпуск? А на сколько? 2 недели, может, больше. 2 недели. Многовато. Давай. Как говорится, здоровье дороже. Но через 2 недели я жду тебя здесь. Спасибо. Ой, Дима, что-то я волнуюсь. Не волнуйся. Дима, Света, здравствуйте. Здрасте. Вера Сергеевна, добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы уж меня простите, я сразу к делу. Дело в том, что нас просят дать показания против вас. Но если точнее, нас не просят, а требуют. По кредиту? Да. Но они не уточняли, но разрочно намекнули
На то, что речь идет именно о тех кредитах, которые мы со Светой готовили по вашей просьбе. А кто прозрачно намекал? Ольга Валентиновна. Ольга? Ну да. Я сам удивлен. Я не знаю, что делать. И я не хочу отвечать за все это. Так поздно. Зачем вы вообще во все это ввязались? Вы нас об этом спрашиваете? Вы же были в курсе. Кто сказал, что я была в курсе? Ну, те, с кем мы работали. Ну как же, нам представили какого-то Леонида, который сказал, что на кредитном комитете вы продавите нужные решения. И ведь так оно и было. Подождите. Как выглядел этот Леонид? Ну, такой обычный, умный. Мы узнаем, конечно, если увидим. И сколько вам заплатили? Ну, обещали по 50 каждому до и 50 после. И половину дали уже до комитета, а потом они пропали. Разве вы не знали? Понимаете, мне деньги очень нужны были. Мне рожать скоро без мужа. Я хотела подстраховаться. Что теперь с нами будет? Нас посадят? Да как же вы не знали? Вот же он, вот Леонид, вот же он! Какой Леонид? Ну как, какой Леонид? Да тот самый Леонид, о котором я только что вам говорил! Вера Сергеевна! Вера Сергеевна! Вы хотя бы позвоните, когда что-нибудь узнаете! Надеюсь, что где-нибудь напивается, предчувствуя конец своей блестящей карьеры. Дорого бы отдала, чтобы увидеть его мучения. Есть предложение? Нужно ускорить сроки отчета аудиторов. Поговори с Зиновьем Геннадьевичем. У него к тебе особенное отношение все-таки. Дружил с твоим отцом? Нет, это пока ни к чему. Я уверена, в этом деле торопиться не нужно. Ты что? Передумала? Сама ведь уговаривала меня действовать против Игоря. Ловушку для меня устроила? Слушай, успокойся. Вы, мужики, сразу дергаетесь. Ни выдержки, ни терпения. Всему свое время. Завтра я приму решение. Если нужно, позвоню кому угодно. Хорошо, только поставь меня, пожалуйста, в известность. Хотелось бы понимать, каковы наши планы. Присаживайся. Как дела? Нормально. А у тебя? У
Нормально. Давно мы не говорили с тобой. Да? Времени свободного мало. С Верой видеться у тебя есть время. Ты за мной следишь? Да. Оль, мы решаем с ней одну проблему, о которой ты очень хорошо знаешь. Но она найдет тысячу причин, лишь бы быть с тобой. Не выдумывай. И потом у нас с тобой все закончилось. Я хочу, чтобы ты вернулся. Можешь не торопиться, подумай. Может быть, хватит мучить друг друга? Анна Петровна, надо поговорить. Мы с вами не знакомы, нам не о чем разговаривать. А с этим человеком вы знакомы? А что это вы мне допрос устраиваете? Я не знаю ни вас, ни этого человека на фотографии. Вам придется ответить на мои вопросы. Или вы будете отвечать на них в прокуратуре. Речь идет о миллионах евро, похищенных из банка. А почему, собственно, я должна вам верить? Сколько? На меня был заказ? Был. Его сделал мужчина с вашей фотографии. Я здорова! Я требую от вас! Конечно, здорова. Сейчас уколчик сделаем. Будешь еще здоровее. Вот славно. Лекарств не жалейте. Деньги будут. Он же потом пришел и попросил тебя выпустить. Но мы объяснили, что это невозможно. Должно пройти какое-то время. Поставлен диагноз, назначено лечение. Тогда он предложил побег. Сказал, организуйте. Пожалела я, что ввязалась. И рисковала, и... А изменить уже ничего не могла. В общем, моя задача была передать вам пакет с личными вещами и оставить дверь открытой. Кто-нибудь еще приходил и интересовался мной? Один раз. Была какая-то женщина. Представилась, что из банка. Мол, коллектив направил навести о тебе справки. Спрашивала, навещает ли тебя кто. Сколько ты у нас пробудешь. Вы кого-нибудь узнаете? Да. Вот она приходила.
Ну что, первое, второе, третье? Ой, я рассчитывал на горячее. Заботливые гады. Алло. 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 Ольга Валентиновна, здравствуйте. Вера, это ты? Да, я хотела бы встретиться, поговорить. Хорошо, приезжай дома. Ты свободна на сегодня? Кирилл, давно не виделись? Да уж, извини. Руки заняты. А ты не рад меня видеть, я смотрю. Не люблю козлов. Обманул меня, да? Пока ты врал, что Лена сбежала с моей долей неизвестно куда, оказывается, она все время сидела здесь у тебя. Снюхались за моей спиной. Какие горы золота ты ей пообещал, чтобы она согласилась лечь с тобой в постель? Ну, только не надо строить из себя добродетель. Я видел тебя с Верой. Ну как, есть различия между сестрами? Или все одинаково, а? Отличаются. Знаешь, Вера, она... Успокойся, Супермен из Мосгаза. Хорошо, давай расставим все точки над «и». Давай. Кириллом. По 3 миллиона каждому. Можно? Вот так. И чтобы все это принадлежало нам, двоим. Так ты... Да, я давно уже думаю о тебе. Пришло время сказать об этом. Ты достойна большего, чем этот безумец. А как же... Дурачка обманем. А тебя спрячем. Пусть думает, что ты убежала с его долей. Помыкается немного, а потом поймет, что поезд ушел. А мы уедем за границу. Так что достал ты ее своими тусовками, вечеринками, и она выбрала стабильность. Проходи. Присаживайся. Вино, виски? Или ты предпочитаешь шампанское? Нет, спасибо. Зря. Алкоголь снимает стресс. Я бы с удовольствием, но не сейчас. Зачем ты пришла? У меня есть вопросы, я бы хотела получить на них ответы. Ну, а как?
меня тоже есть вопросы, я тоже хотела бы получить на них ответы. Справедливо. Спрашивайте, и я постараюсь ответить. Но ответы должны быть откровенные, иначе это не имеет смысла. Согласна. Скажи честно, вы с Игорем, когда это началось? 2 года назад. Тебя не смущало, что он женат? Он говорил, что у вас больше нет отношений. Чувства прошли, а осталась привычка. И ты поверила? Что у вас с ним сейчас? Ничего. И ничего не может быть. Хорошо. Теперь твоя очередь спрашивать. Где моя сестра? Почему ты спрашиваешь о ней? Я разговаривала с Шахновичем. Он рассказал о ваших требованиях в отношении меня. Есть основания полагать, что и пропажа моей сестры Лены тоже ваших рук дело. Я понятия не имею, где твоя сестра. Что касается Шахновича, поговорить с ним и дать показания против тебя просил Антон Уткин. Хорошо. Последний вопрос. Зачем вы приходили ко мне в больницу? Чтобы убедиться, что ты действительно там. А ты ничего не докажешь. Если эта история каким-то образом всплывет наружу, обвинят во всем Веру. Вспомни, как мы с Леной познакомились с тобой в клубе. Мы сидели тогда в комнате у Севы. Открою тебе секрет. В комнате у Севы снимается все, что там происходит. Так, на всякий случай. И при желании материал можно выкупить. И стоит, кстати, недорого. И я заплатил Севе после нашей встречи. Я уже говорил вам, что работаю с Верой, сестрой Лены, в одном банке. Ну? Так вот, мы можем одним очень интересным способом воспользоваться их полным сходством. Например, утвердить выдачу нужных нам кредитов. В смысле? Вера возглавляет кредитный отдел нашего банка. Ты предлагаешь мне подставить сестру? Можешь не волноваться. С ней будет все в порядке. Дело в том, что председатель правления нашего банка – ее любовник. И он спокойно спишет эти кредиты как безвозвратные. А мы поимеем деньги. Таких шансов 1 на 1 000 000. И он выпал нам. Если это правда, давай посмотрим твою запись вместе. Давай посмотрим. Только первый показ стоит уже денег. Моя доля плюс 10% ущерб. А что, если я просто-напросто
не выпущу тебя отсюда. И это я предусмотрел. Если через сутки я не свяжусь со своим человеком, он отнесет материал куда следует. Так что, Уткин, на все про все у тебя сутки. Ты когда-нибудь бывала здесь? Пошла вон. Спасибо, что приехал. Видишь, обычно ты назначал встречу в ресторане. А тут я решил проявить инициативу. Что случилось? Выкладывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, повод на самом деле не очень веселый. Ко мне сегодня обратился один человек. Предложил купить у него информацию. Компромат. На тебя. О чем идет речь? Он не уточнял. Некая информация о делах в банке. Речь шла о какой-то видеозаписи. Что он хочет? 200 тысяч евро. Хочется посмотреть, что продают за такие деньги. Моя служба безопасности нашла этого человека? Я его знаю. Следил за мной. Мелкий мошенник, зарабатывает, чем придется. Ну да, действительно. Какие у мелкого мошенника могут быть материалы? Никаких. В банке все прекрасно. А заработать нечестным путем всегда будет много желающих. Игорь, дыма без огня не бывает. Такие люди просто так не появляются. Видимо, дела в банке идут не так, как хотелось бы. Что ты имеешь в виду? Об аудиторской проверке. В банке что-то происходит. А я, например, ничего не знаю. Раньше твои срывы я списывал на развод с Ольгой. Но, видимо, дело не только в этом. Ты чего-то не договариваешь. Перестал доверять мне. Антон, ты знаешь ровно столько, сколько должен знать. Остальное тебя не касается. Я только хотел помочь. Я очень ценю твой порыв, правда, и... Прости. Ты что-то заказывал? Пока нет. Секундочку. Дайвер. Алло, Игорь. Здравствуй, тебе нужно срочно приехать домой. Ольга в тяжелом состоянии, много выпила. Ты была у Ольги, зачем? Я кое-что узнала сегодня, мне нужно было задать вопросы. Я тоже кое о чем узнал. Ты в курсе, что твой Кирилл пытается продать компромат на меня Уткину? Антон мне только что об этом сказал. Не верь ни одному слову Уткина. Он замешан в этой истории. Возможно, они с Кириллом действуют заодно. Что за бред? Игорь, просто поверь мне. Завтра я тебе обо всем расскажу. Сейчас нужна помощь Ольге. Поторопись, прошу тебя, она там одна.
Антон, мне нужно уехать. Оля звонила. Просила помочь. Она себя опять неважно чувствует. Давай завтра договорим, да? Да, конечно. А вот насчет материала, может быть, стоит заявить в полицию, пусть арестуют этого мошенника. Ну, зачем лишний раз привлекать внимание к банку? Ну, в любом случае, спасибо, что предупредил. В одной команде. Конечно. Пока. Ну что, как ты? Заскучала? Опять играем в молчанку? Какого черта? Ты что, не слышала, что я к тебе обращался? Какая разница, слышала я или не слышала? Мое мнение все равно тебя не интересует. Ну что опять случилось? Твой урод опять меня не выпустил на улицу. Я целый день просидела дома. То есть мне как собачонку даже выгулять во дворе нельзя? Это мое распоряжение. Я получил информацию, что за домом ведется наружное наблюдение. Никому не нужно, чтобы узнали, что ты здесь. Понимаешь, я так с ума сойду? Я уже целый месяц здесь сижу без связи, без людей. Даже выхода в интернет у меня нет. Осталось недолго. Действительно недолго. Жаль только, что я это никак не могу проверить. А не надо проверять. У меня есть железное оправдание. Я никогда не сделаю плохо матери моего будущего ребенка. Откуда такая уверенность, что он твой? Я понимаю, ты сейчас злая. Но я прошу тебя, контролируй себя, ладно? Я знаю, что у вас с Кириллом давно уже ничего не было. А может, зря ничего не было. Он, кстати, приходил ко мне недавно. И что? Клялся, что подвесит тебя за ноги, когда найдет. Он просто уверен, что ты улизнула с его долей. Просил денег на твою поимку. Ну, на его месте я думала бы так же. Я всегда говорил, что вы стоите друг друга. Он сейчас на грани срыва. Опять ввязался в какую-то сомнительную историю. И на чем вы расстались? Завтра дам ему денег. Он должен быть убежден, что я тоже тебя ищу. Короче, давай только без идиотских вопросов. Скучал я там, не скучал. Мне это бесит. Договорились. Оля! Оль! Оля! Оля! Оля, ты где? Оля! Делаешь? Зачем?
Давай врача вызовем. Пускай хотя бы просто посмотрит. Не, не надо. Я нормально себя чувствую. Давай... Давай поговорим. Давай ты поспишь, а поговорим мы потом. Я только хотела сказать, я вчера пришла домой, вспомнила тебя. Не такой, как ты сейчас, не... А такой, какой ты был в начале нашего знакомства. Ты был всем другим. Помнишь, как ты часто улыбался? Я просто хотела поговорить нормально, без скандалов. Игорь, давай попробуем начать все сначала. Давай мы поговорим об этом позже. Сейчас не время, надо подождать. Ты будешь жалеть об этом. Вот увидишь. Уходи. Слышь ты, кто горячее заказывал? Вставай. Жратва пришла. Не спал бы ты так, почки отморозишь. Парень, слышь?